о молитве. Если ты непрестанно молишься небесному царю против врагов твоих во всех их нападениях, то будь благонадежен, ты немного будешь трудиться. Ибо они и сами по себе скоро от тебя отступят, потому что нечистые эти не хотят видеть, чтобы ты молитвою получал венцы за брань с ними, и сверх того, опаляемые молитвою, как огнем, они принуждены будут бежать. Будь мужественен во всех случаях, и сам Бог будет твоим учителем в молитве. Нельзя словами научиться зрению, ибо это есть природная способность. Так и благолепие молитвы нельзя познать от одного учения, ибо она в самой себе имеет учителя Бога, учащего человека разуму, дающего молитву молящемуся и благословляющего лета праведных.